В торжественном мероприятии, посвященном началу игр Малой бейсбольной лиги в Калифорнии, приняла участие кошка по кличке Тара. Животное оказалось в центре внимания присутствующих гостей и журналистов неспроста. Несколькими днями ранее этот обычно мирный домашний питомец спас ребенка от бешеной собаки. 4-летний Джереми катался на велосипеде неподалеку от своего дома. Неожиданно на него напал пес, который схватил ребенка за ногу и попытался утащить. Однако на него тут же набросилась кошка. Она не только отбила ребенка, но и прогнала бешеную собаку. После случившегося к Джереми подбежала его мама. Глава семейства Роджер выложил в интернет кадры, зафиксированные камерами наружного наблюдения. В рекордно короткие сроки видео посмотрели более 21 миллиона человек. Мама Джереми сказала, что они очень гордятся своей домашней любимицей. У меня останавливается сердце всякий раз, как я смотрю это видео. К счастью, в этот момент рядом оказалась наша кошка. Я даже боюсь представить, что могло бы произойти. Мы счастливы, что она у нас есть. Организаторы проведенного в Калифорнии бейсбольного мероприятия рассказали, что хотели воздать почести храброй кошке. Многие люди признались, что пришли на игру исключительно для того, чтобы своими глазами увидеть Тару. Мы пришли, чтобы посмотреть на эту удивительную кошку. Я был просто поражен героическим поступком этой кошки. Сначала я просто не поверил своим глазам. Семья Триантафила единогласно приняла решение, что отныне отважная кошка вполне заслуженно будет спать на диване.